Приветик всем! Вот хочу показать установку, или как назвать, некую репликацию товарища СР. В общем, рассказыватель я плохой, и сами понимаете, самому снимать и комментировать все очень трудно. В общем, что мы здесь имеем? Ну, наверное, как и всем уже, вот эта катушка известно до головной боли. Вот что здесь имеется. Еще имеется низкочастотный трансформатор, высоковольтный трансформатор. Вот реле, которое переключает на систему на самозапит. Ну и генератор 50 Гц, называемых мяндра. Вот, чтобы подозрения не было, что здесь что-нибудь еще есть лишнего, подключено. Вот, я все поставил на стеклянных банках. Как видите, здесь дополнительных каких-либо проводов нету. Вот, все из розетки, все шнуры выдернуты. Вот, в этой стороне ничего нет. Вот, есть только аккумулятор. Ну что, сейчас попробуем мы запустить систему. У меня здесь два 6-вольтовых аккумулятора, ну, соединенных последовательно. Ну что, нажимаю старт. Вот. Система запустилась. Сейчас могу спокойно отцепить питание. Вот. Как видите, она работает. Как ни странно, сама на себя. Вот лампочка у меня подключена 75 ваттов. Ну, 100 ваттов я не дотянул. На 100 ватт система глохнет. Вот. Сейчас, конечно, всех интересует, что же на выходе этой системы. Вот у меня тестер подключен одним концом. Вот, как видите, он глючится уже при работе, подключенным одним концом. Подключая еще к одному концу, вот, как видите, он вообще глючится. Речи о какой-нибудь синусе и 50 Гц здесь нет. Ну, как сказать вам, здесь перемешка. Вот. Всем интересно услышать, как эта установка работает без вентиляторов. Сейчас вот попробую я отключить вентиляторы, чтобы было слышно. Вот, вот такой звук она и, собственно, издает. Ну, здесь вот первый искровик, и это синяя, всех любимая, голубая дуга, вот, которая идет через сопротивление и холодный конец ТВС. Дальше еще есть уже второй разрядник у меня. Он сделанный, ну как, закрытый и регулируемый. Вот здесь есть внутри магнит между двумя этими пластинами, и регулируется частота, как бы. Вот, естественно, на этой катушке присутствует радиант. Вот, и вот сейчас возьму у меня маленький светодиодик, вот покажу, что в этой катушке творится. Ну, присутствует поле, назовем так, некоторое. Дальше самый большой тоже у всех вопрос: может ли установка работать без заземления? Я, конечно, мог показать все на осциллографе, но осциллограф я спалил. И почему, скажу. И почему я в перчатках. Вот. Сейчас, вот видите, насквозь идет земляной провод. Он проходит всю катушку и вот выходит здесь. Здесь тоже видны некоторые секреты этой установки. Сейчас я вот отсоединю, в общем,
приборы, что вообще он не был. Лучше так сделаю. Вот. Чтобы не спалить. И вот возьму кусачки и откушу земляной провод. Как видите, ничего не изменилось. Установка все равно работает. Земля здесь нужна только и только для, как бы сказать, защиты других приборов, которые будут под ключ и качестве нагрузки. А лампочка это все, разумеется, все переваривает. Так, что дальше показать? Ну, система, как останавливаться, тоже пришлось мне здесь похлопотеть, как и у товарища сэра. Вот, нажимаю кнопки, ну, она не становится. Чтобы точнее, остановить, вот, придется замкнуть вот входящие, которые провода были для старта установки. Сейчас замкну. Вот. Ой, забыл вентиляторы, блин. Сейчас транзисторы перегорят. Вот. И сейчас попробуем систему остановить. Вот. Все, больше она не стартует. Как видите, здесь ничего не работает. Все генераторы потухли. Все. Теперь, чтобы ее запустить, придется опять подключить. Когда я откусил вот заземление, голыми руками вот брать за эти провода и ее останавливать, ну, как не рекомендуется, само собой. Что больше еще сказать? Будет еще второй и в третья часть этого видео. Больше писать не могу, потому что у меня медленный интернет. Вот. И будет очень долго загружать, так что я буду по частям все записывать и показывать. Ну вот, в качестве вот рабочей установки это будет первое видео для всех. Вот. В втором видео я покажу отдельно, как здесь все строится, точнее все, как наладить. Ну, наладить это слово не годится, скорее всего, как устроить. Потому что, собственно, здесь налаживания большого и не надо. Так что, всем пока! Ну что, еще раз приветик всем. Ну, как и обещал, второе видео. Сейчас будем разбираться, как все это работает. Но перед тем, как разобраться, как работает эта установка, нам обязательно будет вернуться в прошлое, то есть как наш гениальный репликатор СР сумел достичь этого. Вот у меня чистый лист бумаги. Сейчас я напишу. Вот. О, не пишет. Ладно, сейчас возьмем покрупнее что-нибудь. Большие буквы СР. Это был ник нашего, как говорится, гениального репликатора. Ну, народ после некоторое время ему добавил букву А. Как бы не смешно было этой ситуации, голос народа всегда прав. Так, вернемся исходу прошлого года. Перед тем, как появилось видео и реплика товарища Сэра, неделю перед этим появился ролик тоже с некой репликацией человека под ником Теофилиус. Вот. Я очень тоже хотел верить, что это реплика настоящее, и много спорил с СССРом, на что он мне доказал, что под одеялом идет один провод. Ну и после некоторое время сам же
Теофилиус признался, что это фейк. Почти неделю спустя, появился видеоролик товарища СССР. Ну, если смотреть, там он написал, что до этого, как ему все дошло, как это работает, он взял два трансформатора и поискрил. Вот я рисую трансформатор. Первый трансформатор, вот, это берется от телевизора. Самый обычный трансформатор, вот, понижающий. Дело в том, что в ламповых телевизорах трансформаторы имели отводы по 127 вольтов. С некоторой комбинацией подключения можно набрать и сделать выход на трансформаторе 220. Вот. И, естественно, у нас вход от сети 220. Ох, как неудобно. Вот. По его словам, он подключил точно такой же трансформатор. Вот. И поискрил. Ну, искрить можно, конечно, здесь или здесь. Вот. После чего, спустя сутки, даже ночь, появилось видео, которое мы безуспешно пытаемся повторять целый год. Я тоже очень много провел экспериментов, и так, и сяк, мне всегда задавал вопрос, кто же сдает такой старт мощный этой установки, что она даже может стартовать от батарейки. Что-то ей не хватает силы запуска. Вот. Ну и решил, что вот этой части, в этой установке и не хватает. Как же это устроить, чтобы эта часть давала старт этой установке? Вот. Ну, конечно, человек, посмотрев видео Теофилиса и соблазнившись этим, он решил сделать установку и показать, якобы она работает. Так вот, что не хватает этой нашей установки, чтобы она стартовала. Вот. Вторая часть установки у меня, которая вчера была в коридоре. Вот. И очень-очень тоненькие провода, которые вы не заметили. Вот здесь идет. Даже не видно почти вот. Ну, и, конечно, тут искусство уже дальше идет. Вот на этой стеклянной банке на тоненькой изоленте есть наклеены проводочки, которые приходят на этот трансформатор. Вот. Ну, естественно, все дальше рассказывать, как это устроить и сделать, чтобы это работало, не имеет смысла. Но, чтобы сделать эффективнее, чтобы народ поверил, вот, надо еще набрать кое-что. Помучиться еще стартом и стопом, чтобы поверили. Вот. Сейчас запустим эту установку. Вот. Даже не сразу запустилась. Вот. Дальше мы отцепим блок питания. И у нас установка работает. Как видите. Что у товарища СССР? У товарища СССР, как видите, есть земляной провод на батарею. Старый стул с железными ногами. Вот. Приложив ума и фантазии, можно сделать такую установку, которую можно пробовать делать даже 10 или больше лет, даже и 100. И я не верю, что кому это удастся. Ну, здесь, наверное, после этого не было еще и чего сказать. Но, сейчас отключу установку, чтобы оно больше не работало. Вот.
Гениальность в том, чтобы для всячников дальше не следовали за ним. Вот он сделал такую установку, и как бы нам два раза запер двери, чтобы мы только через это прошли, и тогда добраться до истинной правды. Она оказаться может очень рядом, очень. Это, как сказать, хитрый прием. Вот у меня в руках сейчас патент, который все вы прекрасно видите и знаете. Вот. Перед этим видео я всем рекомендовал посмотреть еще одно видео, которое недавно появилось в сети, американского ученого, военного ученого, который занимается в области свободной энергии. Вот в третьей части я постараюсь вам показать или доказать, как это можно все устроить. Глубочайшее ошибление всех нас, всячников, что мы пытаемся... А, вот, кстати, этот провод тоненький, который я использую на стеклянном... Что мы пытаемся из одной, как сказать, вещи или системы получить больше КПД, как называемый, больше одного. Не знаю. Наверное, должен быть гениальный человек, чтобы это сделал. Но, когда вы посмотрите видео, вы увидите, что изначально надо менять понятие, как это надо сделать. Вот здесь, в этом патенте, все написано. Только для многих здесь непонятно, что это такое дельта фи, вход и выход. И чем эта установка дышится. Прибегая на следующее видео, я вам скажу, что дельта фи – это вход промышленного тока. То есть мы, запуская систему столько, можем из ее выжать побольше. Но благодаря целой системе, не только одному устройству. Но об этом уже я расскажу в следующем видео. Вот. Из этой установки, наверное, останется только эта вот катушка. Все дальше это пойдет. Ну, не на свалку, а на запчасти. Что еще хочется сказать? Вот товарищ СР, он допер до этого. Он и сам показал. Вот. И он допер, что это можно сделать. Но я вам скажу, это будет крайне трудно сделать, потому что она будет стоить очень дорого. Некоторые детали будут очень дороги. И для нас, простых искателей, сячников, это будет неким барьером. И, наверное, что и случилось с товарищем СР, который не хотел или не захотел показать, как это можно реально работает. Вот. Для этого он пошел по другому пути. Но это его дело. Вот. Собственно, больше вам сказать нечего. Наверное, после этого видео очень много изменится. Я надеюсь, в вашем понятии. Вот. В моем уже все изменилось. Я с себя снял груз. Хочу, чтобы это и сделали вы. Оцените вы ли это и не оцените, это вам решать. Все, спасибо.